Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Власти Кирова снова начнут брать деньги с арендаторов. С 1 августа предлагается возобновить начисление платы за аренду муниципальных платежей. Это решение должна будет одобрить городская дума. А с инициативой вышел департамент муниципальной собственности. Брать деньги предлагается из тех организаций, которые начали работать после пандемии. Льготы весной получил бизнес из пострадавших отраслей. Его освободили от аренды на период действия ограничений. Власти предполагали, что потеряют 7 миллионов рублей, но сумма сейчас уже почти 9. Если послабление сохранить, чиновникам придется искать, за счет чего покрывать выпадающие доходы. Программа «Экономика». Кировский бизнес не верит, что интернет-торговля вытеснит обычный шопинг. Тренды, усилившиеся во время пандемии, обсудили предприниматели в ВТПП на круглом столе «Интернет-торговля в Кирове. Первые итоги и перспективы». По данным исследования, которое провел опорный вуз, кировчане больше всего ценят в онлайн-шопинге комфорт и удобство выбора. На втором месте большой ассортимент, на третьем – цены. Не нравится в такой форме торговли кировчанам долгая доставка, невозможность примерки, возможный обман. По мнению экспертов круглого стола, бизнес ждет внедрение New Retail. Это оцифровка и оптимизация всех составляющих процесса торговли, сокращение числа посредников, переход от клиентского сервиса к клиентскому опыту, развитие маркетплейсов и более частое использование видеоконтента, а также рост бесконтактных платежей. Также прозвучало мнение, что офлайн-шопинг сохранится как источник эмоций и удовольствия от процесса. Экономика на 101 FM. Число самозанятых за 16 дней достигло почти 900. Правительство области отчиталось о мерах поддержки, которые получил бизнес к данному моменту. Так, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты одобрены 420 предпринимателям. Общая сумма почти 1,5 миллиарда рублей. Отсрочку по действующим кредитам получили около 500 предпринимателей. Тут сумма почти 2 миллиарда. Льготный кредит по 2% годовых хотят получить 4000 предпринимателей. Одобрили пока примерно 1500. На 4 миллиарда рублей. С 1 июля кировчане могут стать самозанятыми. Возможность легализовать небольшой бизнес власти рассматривают как антикризисную меру. Платить ей 4 или 6% с доходов изъявили желание 883 жителя Кировской области. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 70.97, курс евро 81 рубль 25 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.